Всех приветствую. Сегодня разберем вот такую замечательную песню композитора Бориса Макроусова «Вологда». Всем известная песня. Сделал я, в общем, ноточки, поставил пальчики. Ну, давайте приступим. Значит, здесь у нас, в общем, вступление, куплет и припев. Вот. Значит, в нотах написано, что повторять куплет, но это вы как хотите, можете два раза припев повторять, можете куплетов там несколько, сколько у вас, сколько вы там их будете петь, повторять. Ну, это, в общем, зависит от вас. Вот. Так, ну давайте. Размер 3/4, тональность у нас ля минор. Начнем со вступления. Так. У нас здесь вступление из ровных восьмых. Ре и фа второй октавы. Ре третьим, фа четвертым. Эша ля вторым. Ре третьим. Ми четвертым. Фа первым. Ля четвертым. Раз и два и три и. Считать будем раз и два и три и. В левой ре минорчик. Значит, влево у нас идут четверти, поэтому вот раз, и два, и три, и. Двумя руками вот так, раз, и два, и три, и. Раз, и два, и три, и. Так, второй такт, поехали, спускаемся в левый у нас соль мажор. В правый, значит, соль третьим. Ля четвертым, опять соль третьим, фа первым, ми третьим и ре первым. Раз и два и три и. Соль двумя руками вот так. Раз и два и три и. Раз и два и три и. Теперь сыграю оба такта. Раз и два и три. И раз, и два, и три, и. Так, третий такт смотрим. Лево еще ниже спускается, на до мажор. Вправо у нас две ноточки, до и ми. То есть вот в первом такте было ре и фа, интервал терция. И в третьем такте до и ми. Это вот два места, где будут интервалы. Все остальное по одной нотке, одноголосие. Так, третий такт, до ми, третьим, четвертым. Соль вторым. Ля третьим, соль вторым, до третьим, ре первым, ми вторым, соль второй октавы уже четвертым. Сейчас раз, и два, и три, и. В левый до мажорчик, двумя руками вот так. Раз, и два, и три, и. Кстати, на ми можно поставить и третий палец вместо второго. Раз, и два, и три, и. Дальше четвертый такт. Фа мажор. Еще ниже. То есть у нас все, видите, идет по порядку. Ре минор, соль мажор, до мажор, фа мажор. Все идет вниз. Четвертый такт. Фа, соль, фа, ми, ре, до. Три, четыре, три, два, один, два. Фа мажорчиком вот так. Раз, и два, и три, и. Раз, и два, и три, и. Значит, я играю везде с первым пальцем. Я по системе пяти пальцев учился. Если вы с первым не играете, можете заменить. Ну, в основном первый палец это четвертым или третьим заменяют. Где вам удобнее. Вот. Так, сыграем теперь. Третий и четвертый такт. Раз и два и три и. Раз и два и три и. Так, дальше смотрим. Пятый такт. Пятый такт. Нам нужно теперь опять попасть на ре минор. Это будет у нас получаться через две кнопки вверх. В правой си, ля, си, до, ре, фа. Один, два. Один, два, три, четыре.
и ре минор. Раз, и два, и три, и... Так, дальше идем, шестой такт. Через кнопку вверх у нас будет ми-бас и ми-септаккордный аккорд. В правой руке ми, фа, ми, ре, до, си. Три, четыре, три, четыре, два, один. Раз, и два, и три, и... Раз, и два, и три, и... Так, дальше седьмой такт. Дальше седьмой такт, значит, ля, соль ес, черная. Это первый знак, который встречается в этой песне. На первом ряду, на третьем ряду. Ля, соль, ля, си, до, ми. Два, один, два, один, два, три. Влево у нас, смотрите, здесь влево немножко будет по-другому. Влево у нас будет ля, минор. И на третью долю у нас всегда опять минор был там, да? Ну, точнее, какой-нибудь аккорд, да? А здесь будет бас ми, который выше ля. Получается раз, два, три, раз. И дальше в следующем такте у нас ля минор вместе, да? Бас с аккордом. Значит, двумя руками будет так. Раз, и два, и три, и раз. И вправо у нас дальше в восьмом такте на первую долю до второй октавы и ля четвертой. Или второй октавы четвертым пальцем. Интервал секста. До и ля. Так, раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и пауза, да? Хорошо, играю все вступление. Раз, и два, и три, и 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 раз, и два, и три, и. Вот такое вот вступление. Так. На этом сегодня все. Дальше я выложу куплет в следующем видео. И потом припев. Вот. Значит, нотки. У меня спрашивает кто-то, вот где ноты. Ноты в группе ВКонтакте. Ссылку я оставлял, уже оставлял много. Где ссылку под своими видео. Вот. Там я уже их выложу. Вот, то есть я уже сейчас снимаю, ноты уже там есть. Вот. Забирайте PDF, скачивайте, играйте на здоровье. Все, всем спасибо, до свидания.